Ребят, всем привет. Вот смотрите, мы сейчас делаем электричество, и вот преимущество сквозных пескоблоков в том, даже в электрике можно шнур непосредственно штробить, ничего не надо. То есть то, что сквозной пескоблок, мы провод пихаем, получается, вовнутрь пескоблока, и здесь у нас будет выключатель стоять. В общем, вот такие вот дела. Так что всем пока.